Сегодня в Красноярске подешевел бензин. Правда, только марки АЕ-95 и только на сети заправок «Красноярскнефтепродукт». Откат цены составил 1 рубль за литр. Теперь он стоит 32 рубля. Такой подарок автовладельцам сделали краевые власти. Они договорились с крупными поставщиками топлива в регионе, компаниями «Роснефть» и «Газпром» о льготных условиях. Насколько таких договоренностей хватит, пока не ясно. Как объяснили в правительстве края, все участники топливного рынка ориентируются на товарно-сырьевую биржу в Петербурге.